Всем привет, с вами снова я, Влад. Сегодня мы играем в Мистер Мин. Сегодня мы будем проверять новый баг, который я нашел на режиме нормально, когда я проходил игру. Открыл ворота и рядом подошел Мистер Мин. Я думал, что все-таки сцена останавливается, ну, все действия в игре останавливаются, когда начинается эта сцена. Но нет, сейчас мы проверим этот опять баг. Хоба. Большому сожалению, он работает только на версии 1.9 и выше. Так. Оба, давай залетай. Все хорошо. Так, у нас сразу здесь и доска, и ключ. Засов откинут. Понятно, тебя там нет. Так, заходим, заходим, заходим быстрее. Так, и открываем. Опа, 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 ты там. Давайте подождем, пока он идет. Шкив. И валим отсюда. Ух. Мистика можно было написать, что так много. Комната мистера Ми, это там. Опа, Мичка там. Мичка появился. Так. Знаете, откуда я это узнал? Вы сами уже знаете, понимаете. Ё-моё, 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 скидываемся. Мы здесь ему не нужны. Так, мы скинулись и бежим. Так. Так. Окей. Он пришел. Че? Могу активировать механизм. Так, и готовы? Открой! Yes! Все, сработал баг. Ну как бы он у меня так сработал? Все, мистер Мит стоит. Ого! Круто, бак реально сработал. Ох ты! Смотрите, если нашуметь, то сразу все пропадает.
Хорошо продумано. Ну, короче, ребята, мы с вами уже баг построили, баг прикольный. Вы поняли, как его активировать. Ну и давайте, всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.